Вопросы благоустройства областного центра не сходят с повестки дня. По этому поводу прошло и специальное заседание городского общественного совета, где было высказано немало нареканий в адрес нерадивых подрядчиков. На благоустройство дворов многоэтажных домов Тараза было выделено 2 миллиарда 232 миллиона тенге. Работы распределены по 16 подрядчикам с июня текущего года. Однако, как показали результаты мониторинга, обнаружилось немало изъянов и даже правонарушений. Строительно-монтажные работы ведутся недолжным образом. Дворы и площадки перерыты, что создает неудобства и даже препятствия как для самих жителей, так и для техники. Устанавливаемые бордюры уже не в пригодном состоянии. На детских площадках многие установки служат угрозой для детей. Не установлены скамейки, не проведено освещение. Немало неурядиц по вине и безалаберности подрядчиков. На некоторых площадках, где играют дети, большие площади просто закатаны под асфальт. Члены общественного совета потребовали призвать нерадивых строителей к ответственности. Но и ответственные за это дело специалисты нашли, что сказать в свое оправдание. С начала года на все эти 163 двора нам дали срок только по одной неделе, около 10 дней. Вот как вы сами думаете, как это возможно? Да на сегодня немало недоработок, и сейчас все, что вы обнаружили, мы исправим. В завершении заседания члены городского общественного совета призвали всех не пускать на ветер бюджетные средства и вовремя к обозначенным срокам качественно и честно выполнить весь объем строительно-монтажных работ. Куляш Умурзакова, Дулат Шекпанбет, 77 News.